Диспансеризация – бесплатное медицинское комплексное обследование. О ней и поговорим в следующем сюжете. Проводится диспансеризация. Один раз в 3 года проверить свое здоровье может любой человек в возрасте от 21 года до 99 лет. Сама цель диспансеризации – это, конечно, раннее выявление неинфекционных заболеваний, таких как сахарный диабет, артериальная гипертония, ишемическая болезнь сердца, потому что эти заболевания в дальнейшем могут вызвать осложнения, такие как инсульт и инфаркт. Диспансеризация – мероприятие, конечно, добровольное. Как относятся жители Воткинска к данной процедуре, мы спросили у них. Скажите, пожалуйста, знаете, что такое диспансеризация? Да, знаю. А как относитесь к этому? Хорошо, очень положительно. В этом году у меня попадает, я буду обязательно проходить, но летом, когда поменьше народа. А скажите, пожалуйста, как считаете, это важная процедура? Да, считаю важной. Для чего? Ну, для собственного здоровья. Обязательно нужно, потому что к врачам очень трудно попасть, а тут все специалисты сразу. Потому что это очень нужное и важное дело. Проходил в прошлом году. И как считаете, это важная процедура? Это важная процедура, очень важная. Это надо делать каждому гражданину. Отметим, что в прошлом году в ходе диспансеризации было выявлено 800 человек с излишним весом и 16 женщин с патологией молочных желез. Уважаемые жители города Воткинска, которые обращаются по первичной медицинской помощи в Воткинскую районную больницу, мы приглашаем вас пройти диспансеризацию и обратиться в кабинет номер 29 в поликлинику по адресу 1 мая 132. В этом году комплексное обследование могут пройти граждане, рожденные в года, которые вы видите на своих экранах. Медики считают, что программа диспансеризации в плане обследований инструментально и лабораторно намного шире и позволяет выявить не только заболевания на ранних стадиях, но и факторы риска их развития. Елена Рудакова, Валерий Колдомов, Воткинске.